Более 150 человек приняли участие в работе форума. Он предназначен для создания открытой дискуссионной площадки по обмену опытом. Для налаживания эффективного взаимодействия между всеми заинтересованными в развитии подмосковного туризма сторонами. Для того, чтобы поднять уровень развития туризма, нам необходимо много сделать и в нашем районе. Мероприятие, которое проходило несколько лет назад, это Сюзакрытие Сергия Радонежского, позволило нашему городу Сергию Посад изменить свой облик. Но задача наша – изменить облик нашего города не только в эстетическом, художественном плане, но и для того, чтобы туристы, которые каждый год и в большем количестве посещают наш район, чувствовали себя комфортно, чтобы те места, которые они посещают, запоминались у них на всю жизнь, и чтобы они не только сами пытались повторить свой приезд на Сергиев Посад, но рассказать об этом своим друзьям, родственникам. В Московской области 11,5 миллионов туристов посетила за 2015 год. 1,5 миллиона из них посетила Сергиев Посад. Поэтому это территория, которая динамично развивается и которая готова принимать туристов, которая индустрия гостеприимства, а вы, наверное, проехали по городу, увидели, что объекты, много объектов красивые, на очень высоком уровне. Конечно, это в первую очередь Троица Сергиева Лавра, но еще и большое количество объектов, которые на разные виды туризма, в том числе и этнографический туризм, это парк Кочевник, и гастрономический туризм, большое количество кафе, ресторанов, на разные уровни туристов, на разные доходы. В рамках форума провели заседание по поиску объединяющего бренда Московской области, по изучению лучших практик. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на приз губернатора Подмосковья. Кроме того, на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры области, Российским государственным университетом туризма и Ассоциацией туроператоров России. Документ позволит лучше развивать сотрудничество ведомств в вопросах организации и развития туризма, а также выработки системы подготовки профессиональных кадров для туриндустрии региона.